Здравствуйте. При включении компьютера вместе с программой Windows в автоматическом режиме запускается без нашего разрешения некоторые программы, которые в дальнейшем мешают нашей работе. И работа процессами этих программ забирает некоторый объем оперативной памяти, или, так сказать, виртуальной памяти на компьютере. На слабых компьютерах это очень заметно. Компьютер при запуске этих программ немножко начинает подвисать, или, так сказать, тормозить. Есть выход с этого положения. Итак, приступаем. Нажимаем на кнопку «Пуск». Заходим в панель управления. Администрирование открываем. Конфигурация системы. Автозагрузка. Здесь видим программы, которые загружаются без нашего ведома. В автоматическом режиме при запуске программы Windows. Ненужные программы мы отключаем. Вот я отключаю. Вот эти три программы. Применить. Но тут есть еще некоторые службы, которые запускаются тоже в процессе запуска программы Windows. Заходим в службы. Ставим галочку здесь. Не отображать службы Microsoft. И здесь появились все службы, которые независимы от запуска компьютера. Если мы их удалим, компьютер будет исправно работать. Здесь только оставляем те службы, которые мы знаем, что они нужны. С остальных служб я просто выбираю галочки, чтобы они не открывались в автоматическом режиме при запуске компьютера. Вот видим, сколько много здесь служб, которые запускаются в автоматическом режиме, и в дальнейшем они тормозят наш компьютер. Применить. Окей. Нажимаем «Перезагрузка». И пошла перезагрузка компьютера. Компьютер перезагрузился. И давайте посмотрим, стоят ли эти программы и службы в автозагрузке. Пуск. Панель управления. Администрирование. Конфигурация системы. Автозагрузка. Все эти программы не включены. И службы глянем. Не забываем здесь поставить галочку «Не отображать службы Microsoft». Все службы, которые нам не нужны, отключены. Только осталось те службы, которые нам необходимы при работе с компьютером. Нажимаем «Ок». Закрываем все. Вот так быстро каждый сможет проделать со своим компьютером, если ему мешают при запуске компьютера те или другие программы, которые запускаются без нашего ведома. И, соответственно, увеличится объем оперативной или, так сказать, виртуальной памяти на компьютере. Кто желает получать известия о добавленных мною новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. До свидания.